Многие детали сооружений и машин подвергаются растяжению или сжатию. Эти стальные тяги моста работают на растяжение. А опоры моста, каменные быки, на сжатие. Вы видите два стержня. Левый подвергается растяжению. Его длина увеличилась на дельта L. Правый стержень испытывает сжатие. Длина его уменьшилась на дельта L. При растяжении образца расстояние между слоями атомов в кристаллической решетке увеличивается. При сжатии это расстояние уменьшается. Между атомами всегда действуют силы притяжения и силы отталкивания. При некотором расстоянии R нулевое, обе эти силы одинаковы по модулю и взаимно уравновешиваются. При больших расстояниях преобладают силы притяжения. При меньших — силы отталкивания. Так зависит результирующая сила от расстояния между атомами. В деформируемом образце взаимодействуют параллельные слои атомов. Силы взаимодействия отдельных пар атомов складываются. Это результирующие силы упругости. Они равны внешним деформирующим силам. Пока деформация мала, она является упругой. Посмотрите, при снятии нагрузки она полностью исчезает. Модуль силы упругости прямо пропорционален модулю изменения длины. В этом состоит закон Гука. Закон Гука верен не только для всего испытуемого образца, но и для любой его части. Выделим в образце кубик с ребрами единичной длины. Приложим к стержню нагрузку. Кубик растянулся. Его удлинение численно равно относительному удлинению стержня. Рассмотрим сечение образца. Это сила упругости, действующая на единицу площади. Модуль этой силы численно равен механическому напряжению. Механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению. Такая форма записи закона Гука справедлива для любого образца из данного материала. Коэффициент пропорциональности E в такой форме записи закона Гука называется модулем Юнга. Резина, поролон и некоторые другие материалы могут испытывать большие деформации без разрушения. Если длина образца из такого материала при растяжении увеличивается вдвое, то механическое напряжение равно модулю Юнга. Чем больше модуль Юнга, тем большее сопротивление материал оказывает при деформации. Конструкционные материалы, из которых изготавливаются детали машин и сооружений, должны обладать, возможно, большим модулем Юнга.